Всем привет, дорогие друзья! Сегодня к нам на распаковку попал телефон из прошлого Nokia N8. И сейчас мы посмотрим, чего нам тут прислали. Так, сейчас мы его вытащим отсюда. Ух, как плотненько сидит здесь. Так, такая вот у нас коробочка. Тут у нас телефончики нарисованы. Тут у нас, что тут у нас, 16 гигабайт памяти, AMOLED-экран. HD-видео снимает, Carl Zeiss 12 мегапикселей, Xenon вспышка. Xenon — это всегда круто. Вот, потом HDMI, Dolby Digital. Так, на другой стороне у нас телефончик Silver. Тут у нас Silver цвета должен быть телефон, серебристый. Сейчас мы поглядим. Так, а вот и он, наш телефончик. Вот такой вот. Так, тут у нас комплект зарядная, наушники обычные с гарнитурой, USB кабель и мануал. Так, все, в коробке больше ничего нету, откладываем ее в сторону. Вот, и смотрим сам телефончик. Вот он, наш аппаратик. Так, вроде все хорошо. Такой вот у нас телефон. Хороший. Так, можем даже немножко приблизить, посмотреть, чего там, да как там, шторка у нас закрыта. Вот такой вот у нас телефончик. Тут, конечно же, Carl Zeiss у нас написано. 12 мегапикселей. Так, это что, AF, апертура, это что такое? А, фокус на расстояние 28 мм, что это такое, непонятно. Короче, я не в курсе, что это такое. Тут у нас выход. Выход. Это что у нас такое? А, под тоненькую зарядку, наверное, да? И тоже не знаю, что это такое. Так, 3,5. Ну да, наверное, под тоненькую. Это у нас HDMI. Вот такой вот у нас HDMI-чик. Там серийный номер указан. Так. Закрываем. Тут у нас кнопочка для камеры отдельная, потом блокировка, разблокировка, качельки громкости. Так, это home, походу. Так, ну и что, включаем. А ну-ка, заводись. Так, а он, походу, разряжен. Угу. Заряжать, наверное, надо. Ну ничего, сейчас мы его подзарядим. Так уж и быть. Да, придется заряжать. Короче, народ, зарядил я телефончик. Вот он у нас такой. Это у нас Nokia N8 с AMOLED-экраном. Тут у нас все коммуникации, USB разъем. Тут вставляется флешка, этот самый сим-карта. HDMI, я уже все это показывал. Вот такой вот у нас аппаратик. И что самое главное, ксеноновая вспышка. Она гораздо круче всех современных светодиодных вспышек. Вот, там еще внутри, кстати, стоит такой здоровый конденсатор. И еще оно такое, в общем, что обеспечивает мощную вспышку. Вот, и вот у нас такой вот время, вот значок со временем, да. Вот, это одно из преимуществ AMOLED-экрана. Вот, в то время как здесь горит, тут все не работает. То есть светятся только те пиксели, которые включены в работу. Это круто, реально. Это одно очень большое преимущество AMOLED-экрана. Вот, сейчас, конечно же, яркость сравнялась с AMOLED-экранами IPS-матриц. Вот, но AMOLED-экран гораздо более энергоэффективный, потому что IPS-экран, даже если тут все черное и тут будет что-то гореть, все равно работает весь экран. Это не круто ни хрена. Вот, и включаем. Вот такой вот у нас Nokia N8. Ну, нового здесь ничего нету, все по-старому, ничего не изменилось. Тут у нас звонилочка такая, экран отзывчивый, хороший, то есть ну, все как у современных смартфонов, все в порядке. Можно пользоваться. Вот такой вот у нас. Сейчас мы тут еще проверим немножко наши пикселя. Вообще экран неплохой.
Тем более, что он AMOLED. Я бы не сказал, что тут сильно пиксели видно. Разрешение, понятное дело, я не помню, какое здесь разрешение. Оно не сильно большое, но тем не менее, экран видно нормально. То есть без напряга. Такая вот у нас заставочка. Так что можно пользоваться, дамы и господа. Такой вот у нас телефон. Что самое главное здесь, металлический корпус, кажется. Да? Или пластик. Ой, я не помню. Ну, тяжелый телефон, увесистый. Походу должен быть металл. Наверное. Я не проверял, ладно, царапать не буду. Вот, ну, по идее, так и должно быть. Или нет. Ну, кажется, стучит как металл. Не знаю. Похоже, по крайней мере. В общем, такой вот у нас телефончик.